Как известно, весной движение на дорогах становится весьма интенсивным, благодаря появлению так называемых подснежников. Опытные водители, привыкшие за зиму к относительному простору, начинают преследовать подснежников в приступе профессионального шовинизма. А вот воздушная стихия – это совсем другое дело. Сколько здесь мест? Простор. Так вот, создатели следующей программы предлагают свой метод борьбы с заторами. Эта игра называется Interstate 76 Nitro Pack. Действительно, на дорогах приходится постоянно сдерживаться. Взять, к примеру, пробки и заторы. Если человек сидит в пробке, то через некоторое время у него возникает желание как-то расчистить дорогу. Сделать так, чтобы эти проклятые машины, которые справа и слева, сзади, спереди и чуть ли не сверху, исчезли. Игра Interstate 76 предлагает вам подобную возможность. Дело в том, что все автомобили, которыми пользуются герои игры, все от катафалка до школьного автобуса оснащены прекрасным оружием, пушками, пулеметами и ракетными установками. Поэтому здесь довольно просторно на дорогах. Число автомобилей саморегулируется. Игра выполнена в жанре ретро. Ее создатели попытались воспроизвести эпоху 70-х годов. Персонажи одеты так, как было принято одеваться тогда. Звучит музыка в стиле фанк. Но главное — это, конечно, машины, многие из которых повторяют прославленные модели 70-х. Действие игры происходит в Соединенных, разумеется, Штатах Америки. По версии создателей программы, жесточайший кризис 70-х привел к тому, что преступность достигла небывалого уровня. Государство практически перестало существовать, население поголовно вооружилось, а главной ценностью стал бензин. Но 95-й, конечно, а не 76-й. Поддержание порядка в этой стране равных возможностей ложится теперь на ваши плечи. Вы в компании друзей будете колесить по стране и уничтожать преступников и нарушителей правил дорожного движения. Интерфейс игры выглядит очень заманчиво. Говорят, что всем мужчинам до глубокой старости нравятся игрушечные автомобильчики. А в глубокой старости они начинают нравиться еще больше! Похоже, что Interstate 76 используют именно эту особенность мужской психологии.